Друзья мои хорошие, мы едем в Батуми, будем на связи. Мы отправились в путь. Автобус обалденный. Посмотрите, такие широкие места накрыты. Именно третье, там три. В общем, все понравилось. Билеты мы купили. Билеты стоили по 160 лир у Трабзона. Вчера приехали вечером, не было проблемы, там купили. В общем, я сейчас вам покажу. Только мы отъехали, и уже сервис принесли чай или кофе. Прохладно, очень такой чистенький, уютный. Все есть, Wi-Fi есть. Самое главное, я подключилась сразу. Зарядка есть, кресло, все. В общем, мы сидим на первых рядах. Посмотрите. В общем, только снимать для вас и снимать. Мы отъехали, еще раз говорю, смотрите, сразу принесли сервис, вот такой интересный автобус с игрушками, веселые шарики, кубики, такой вот отличный автобус, интересный, два шофера, в общем, счастливой нам дороги, дорогие мои друзья. В общем, смотрю я на себя, вся такая деловая. Я вам показывала раньше, вот именно это для очков, как это будет нормально, или что-то вот мне мешает, а дальше в общем, едем. Ой. Хорошо, не могу оторваться от телефона. Как я вам? А если парень, уже бабушка. Мои хорошие, хочу с вами поболтать чуть-чуть. И объяснить, как мы будем ехать. Мы, значит, будем добираться до Трабзона, а потом с Трабзона на другом автобусе пересядем на другой автобус. Так вот, мои хорошие, мы выехали в 2 часа, в 6:30 будем в Трабзоне. Дорога это в сторону Нигды, я вам снимала видео, показывала. Нигды мы будем проезжать и потом Кайсер и так далее, и так далее. Ну, то есть едем на Среднюю Турцию, пересекать будем Среднюю Турцию и выедем на побережье Черного моря. Ну, так вот, вот горы кругом, туннелей много, настроение отличное, потому что вот телевизор смотрим, очень уютный автобус, прохладно. Мы остановили сейчас полчаса, вышли. Отдохнули на улице чуть-чуть. И вот опять продолжаем путь. Продолжаем путь. Я тут вставила, чуть-чуть подремала. Предвкушаю встречу. У нас настроение, конечно, отлично. Такая подушечка у меня есть, специальное приспособление. Видите? Специальное приспособление, такая подушечка. Вот так ее кладут. Так, можно спать как угодно. Так что все приспособления для путешествия. Друзья мои, 7 часов вечера. Мы едем, едем, уже начинает темнеть. Вокруг горы. Смотрите, горы вокруг. Включили уже фонарики. Проехали Кайсер, проехали, и вот нам после этого принесли, значит, вот такой вот полдник Нескафе. Крекер. Я уже взяла несолёного, наверное, не хочу. Хотела такой кекс. Вообще я не люблю есть, что-то сейчас захотелось. Путешествие продолжается. Время 15:06. Скоро мы будем
Через 2 часа уже будем в Трабзоне. Дороги. Дороги, посмотрите, какие все ухоженные, вообще покрашенные везде знаки. Едем сейчас вдоль берега Черного моря. Ну, не видно вот с той стороны моря. Мы находимся где Орду. Или проехали город этот, или как, не знаю. Но вот я вот прочитала Орду. Едем вдоль побережья. Знаете, уже прохладно здесь. Мы даже одели жакеты теплые. Вышли на улицу, замерзли. В общем, мне понравился автобус. Как едет. Ведь везде полиция стоит. Вот это уже, конечно, не Мерсин, а совсем другая Турция. Доброе утро, мои хорошие. Мы находимся в Трабзоне. Остались какие-то считанные минуты до автовокзала. За наш весь путь мы останавливались 3 раза по полчаса, где мы могли покушать, умыться, сходить по нужде. А так, если вдруг кому-то приспичило, водитель останавливал. 3 раза нам давали чай или кофе с печеньями или с кексом, там по выбору, по желанию. Ну, в общем, воду давали постоянно, холодную. У меня хорошие впечатления остались от сервиса этой фирмы. Вот, друзья мои, Канберуглу. Очень удобные кресла, широкие. Удобный, очень такой чистенький, уютный автобус. Что? Знаете, мне так понравился вот эти вот игрушечки. Наверное, моя последняя запись. Наш кабинет. Здесь не был никогда в Трабзоне такой счастливый. Оно и Черное море, друзья мои, Черное море. Смотрите, какую джаму строят огромную. Строительство, там вот город Трабзон. Мы находимся в автовокзале. Ну, здесь уже поменьше такой вокзал, видите, немножко грязновато, с утра собирать мусор. На этом автобусе погрузили все сами они. Наши тяжелые сумки. Мой муж даже не прикоснулся, вот такой сервис здесь. А это наш автобус той фирмы хорошей, который нас привез. Спасибо большое, Канберуглу. Ну что, мы продолжаем путь до Сарпи. Мы едем в автобусе, направляемся в Сарпи. Автобус Трабзон Сарпи. Стоимость билетов 35 лир с одного человека. Сервиса здесь никакого нету. Автобус вот такой вот, маленький. В общем, час, наверное, осталось нам ехать до Сарпи. До встречи в Сарпи. Мы приехали наконец-то. Встреча моего сына. Приехала мама. Мне не верится даже. Моя девочка. Иди.
я тебя поцелую тоже, Мирай. Не снимай только. Можешь не снимать. Почему не снимать? Все, хватит, сумки надо вытаскивать. Вот такая встреча у меня произошла, друзья мои. Наконец-то я в Батуми. Следующее, смотрите в другом видео встречу с моей мамой. Пока-пока. С вами была Светлана Та. И вот мы в Сарпе. Ну, моя красавица, дочка с моей машины. Сейчас мы садимся. С Ашким сын Илирды. Садись, Ашким. Ты в Грузии.